В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в маленьких кафе и жилых зданиях. Документ был инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов. Отмечается, что в документе говорится о заведениях, площадь которых составляет менее 20 квадратных метров. Уточняется, что властям региона предоставляется право вводить дополнительные ограничения, которые увеличивают минимально возможную площадь таких кафе.